А почем синий? Завтра будет это утро. Сколько? Завтра утром. 20? А перец? 40-35. 40-35-20. Ура. Слышь, ну мы здесь по коробке и возьмем. А сколько килограмм в этом? 16-15. Нам хватит одной, да? Все. Запоминай дорогу, пошли. Ты видно, матунька моя. Так, там 40. 40 и 35. Что 15? А не, вот 20. Я про перец. Что 20? Синий? Там тоже 20? Да. А такой почем перчик? 40 написано. Тоже 40? А, весь по 40. Марат, вот это агрегат. Я тебе говорю, посмотри. Ты что, ну сколько сюда? Грамм 450 фарша влезет? Два перца на килограмм. Идем дальше. Ничего нельзя килограмма. Тёгов-то. Коробками. Это же опт. Что? 10-20? Ё-моё. Вообще бесплатно, ты поняла? Бери, не хочу. Славянка, лимонка, 12, 10, 13. Хорошие цены оптовые. Кукуруза, здрасте. А ваш перчик почем? 30-50. А, хороший. Что, будем чего, миксовать? Этот хороший. А? Этот хороший. Да не все хорошие. Нам на манджу. Нам на манджу все. Мне кажется, даже как лучше. Пахнет. И цена хорошая. Обалдеть. По 35. И цена хорошая, надо не брать. Да, возьмем, все нормально. Еще ж, никто же не расходится, только прицениваемся. А где Мараджан уехал? Ты что, давай, подержать? Спасибо, все, братан, спасибо. Все нормально. Ага. Дякую. Не мазаешь. А я сам так неоднократно. Головой. Помидоры, смотри. Ты может, шо? Вы уже поздороваетесь, сливка в конце поливаем концов, по 12. А что, мы не здоровались вы сразу? Вы еще не поздоровались. Мы вчера здоровались. А, так ох, это теперь дыня, амал. У вас такая в Израиле в цене, а? Ну, есть разные, да. Блин, твердо. Вот сказать по секрету, я ни разу... Не пробовал? Нет, пробовал, но ни разу не кайфанул. Как я, мне все время кажется, что это хрустящая такая, именно сочная, сахарная. Все время какое-то мягенькое, вата попадается. А нашу колхозницу берешь, она именно то, что я люблю. Привычно. Да. Марат, ау. А вы пробовали арбуз с лимоном? В смысле? Ну вот сейчас фишка такая везде. Арбуз надо... с лимоном? А ему некогда смотреть за трендами, он по ночам теннис смотрит. Друзья, всем привет, с вами Дескай Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, таки здрасте вам, Марат. Всем шалом. Ребята, всем хорошего, замечательного, великолепного дня. Мы на привозе, идем что-то там... А что, куда идем? А что, надо, чтобы его сняли? Эх ты, давай. Все, мы же по желанию. Что мы приехали? Набрать? Вот на опте возьмем, понял? Сейчас пойдем поздороваемся с хорошими людьми, выпьем что-нибудь полезное. И здесь возьмем синенький, вот там по 20. На завтрашнее блюдо, да. Манджа называется. Надо завтра было будем сначала купить, исполнять. Сделать дело, потом идти вот это вот пить, болтать, ну, и так далее. Оптовый никуда от нас не денется. Ну как это вообще? Да подожди, позже, ты еще дешевле станет. Эх ты. Ладно. Так, идем оттуда. Ну и там больше проходы, меньше людей. Хотя сегодня суббота, везде людей, гай-гуй навалом. Ты шо? Маме надо огурчиков взять с веником. Вон, помидорка и по 11 есть. У тебя там все нормально? Да. Багажник закрыт? О, вот она, ты что? Ты слышишь, какой аромат? Ну, да это ты посмотри на это, ты посмотри на это поле надо внутри, а? Класс. А почем дыня? 35. Так ты что, Катя? Это надо взять обязательно. Ёлки-палки. Такую взять хотя бы на карман, кинуть, чтобы от тебя полгода пахло правильно. Ой. А где Марат? Закрой кабриолет. Пчелки трудятся. Груша какая хочешь, приятного аппетита. Ага. Груша кушаете, не? А, что-то вкусное? Эх, ты шо. И? Это самая вкусная картошка? Да. Да. Именно репанка. Она вот такая, не гладкая шкура у нее, а такая, вот как дыню только что показывал. А, понял. Понял? Колхозница. Оно все, да ты не понимаешь, что какая она бесподобная. Оно все, что рэпанное, яблоки, когда вот такие, знаешь, бывают рэпанные тоже. Это сразу по умолчанию очень вкусно. Так, что нам там надо?
А, просто поздороваться, правильно? Типа да. Слушай, арбуз по 12 уже. А мы почем брали? А кто его знает? Ну, мы посчитай. Мы же берем не за деньги, мы же берем на килограммы. 450 гривен разделить на 15. Так, единственное, что нам надо, помидора вкусная, необыкновенная. Много? Ох, лысых сколько, я отродясь только не видел, елки-палки, аж возбуждает картинка, ты шо? Головками торчат. Смотри, это что за секс-шоп, елки-палки, а это шо? Примадонна помидора называется. По 10. Смотри, короче, на эту манджу будем печь синие, будем печь перец в больших размерах. И надо максимально красивые помидоры, ну не та, что на опте, а которая поштучно. Желательно страшное вот это безобразно масло жареное, много чеснока. Ты не отстаешь там? Нет, нет. Масло жареное есть? Нет, чем сейчас найдем. Самое маленькое, да? О, гранат какой красивый. Аж ветка отломалась. О, смотри, Сережка, гранат. Обалдеть. Это именно, именно растение, да? А это большая уже, которая растет у меня в огороде. Ты что, чтобы вы были здоровы? Как сорт называется, не помните? Я не знаю. Просто растет, да? Он растет, какая есть граната, такая это. Бери его, 250. Если возьмешь две штучки, одну подорю. Тут три штучки. Да нам столько не надо, тебе надо? А? А мне тебе не кажется, мы что мы еще пока не знаем, куда нам надо сажать. А вы у нас... узнаете, потом скажете. Обязательно, хорошо. Обязательно. Вы все равно здесь, не до здесь случаетесь, ну, да? Да, чтобы я знал. Когда все. Вы узнаете, тогда вы мне скажете. И тогда и вы будете знать, тогда уже весь мир будет знать. Да, 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 спасибо надо, огромное. Ага. Как-то надо будет здрасте. Знать. А я тебе говорил, беляшами позавтракать. Марат, ты будешь? Где он уже ушел? Эй, Марат, Джан! Он сок пошел. Беляши бесплатно будешь? Беляш хочешь? Беляш усами потрогать, хочешь? Слабенькие, пошли. Все как собаки синхронно сидят. А, только что они вместе чесались так красиво. Сережка, это тебе. А, я думал, ты хочешь с Лайком поздороваться. А где он? Это не видно, жена есть. Ага. Зайдем на поздоровкаться? Спасибо, бабе Кате, мы вчера так взяли, что сегодня нам не надо. Откуда вы знаете, что не надо? Может, вчера всех съели? А, вчера такой аншлаг по этим карасям был. Я тебе говорю, ёшкин кот, ты что? Не знаю, что мы там 40 килограмм взяли, наверное, 40 и разлетелось. Но мы сейчас узнаем, был Вася или нет, может, он уже затарился. Очень ты что? Карась вообще просто. От хвоста до головы вместе с головой. Ага. Алексус мне звонил, писал, говорит, мы все в шоке. Просто в шоке. Ага. Здрасте, добрый день. Салют. Ты шо? Ты караси? Катя, не стыдно? Ну караси или нет? Бички. Не, конечно, ну точно не бички. Ну конечно караси, елки-палки. Риба. Ага. Здрасте, доброго дня. Здрасте, всем салют. Саша, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Баба Катя, здравствуйте. Привет. Он привет, привет. Привет, привет. Как дела? Здорово, Патита. Скажи, да, баба Катя, здрасте. Здоровенькие были. Что, рыба, как рыба она? Нормально, все кишит. А Вася был что сегодня, рыба, не был? Рыба. Не было? Так мы вчера почти всего его и... Вчера люди как пришли вот на этого карася. А вкуснячий какой, уже такой толстый, уже у него пузико правильное. Надо переходить уже с карася на кефаль. На кефаль? Ну вот когда у бабы Кати закончится, вообще карась. А этого не будет, а этого не будет никогда, да. Так что? Мы решили с бабой Катей, мы там Америка открыла визы. И что? Ехаете, да? Вместе? Продадим ее на Америку. Тихо. Продадим Америку. И обратно, короче. Бабки поделим. Ну все. Нет, все нормально, я так чисто на поздороваться, потому что все хорошо. Он там сейчас к Саше зайду что-то. 100 лет в обед же не было, просто приятно. Ну а что ж не приду? Приду. И куда? В Америку туда? Не, вы мне звоните в любом случае, да? Если будет, набирайте, да. Пригодится. Хорошо, хорошо. А с другой стороны, я сейчас наберу Васю. Да, я наберу Васю. Если что, я вам брякну, добро? Да, да. Все, а где сестра, друг по жизни? Нету.
украли. Тихо! Серьезно? Да. До второго. На недельку украли. Нашел я один юный бизнес. Аленочка еще та. Ага. Молодая бабушка. Молодая, не замужняя бабушка. Молодая бабушка. Ага. Тихо. Что-то приехало. Что ты, Марат, уже что-то поймал? Ой, ты посмотри, что там творится. Ты что, Марат? Дискотека настоящая. А ну да. У вас тут самая живая рыба, походу. А почем? А, вижу, живой 170. Катя, ты что? Ты посмотри, не хочешь с таким поцелуй сделать? Миланька. Рыбу? Прямо с коляской. А я сейчас ее, если возьму, там мне проще рыбу показать. Да не надо, ё-моё, чтоб ты Миланя, не... Миланя, смотри. Ты бач? Ням-ням делает. Ага. Целоваться будешь? Тихо. Что, не мадам тряпки лишней? Чуть-чуть. Фуша. А если нет, то я сейчас оператора, ты не перевозился оператора этой обниму. Рыбе. Катюня, махровая. Вот скажите, зачем? А ты же тоже там трогал? Да. Слышь, быть на привозе, не потрогать карася. Ой, карася. Вообще, бабу Катину рыбу. О, тихо, Вася. Вообще не похож. Захочешь издалека, посмотришь. А так? Я ж говорю, вообще не с... Мое ребенок, погнали. Все, баба Катя, целую Покедова. Здрасте. О, здрасте. Марат. А что, почем эта прелесть? Так ты что? Смотри, ручная работа. Может, возьмем? Почем? Да по 100. Сейчас будем торговаться, правильно? По 110 хотя бы. Можно и 120. Ага. Ну что, надо нам? Ты хочешь еще сегодня, чтобы я отжарил? Я уже так вчера наелся, что... Вот как с вами по базару ходить? Здрасте. Ты бач? Марат, зеленчак, с которого мы ели юшку. Здрасте. Слышь, и тюлька есть, а я думал, что нет. Катя, я же тебе говорил, что есть. Смотри, малосольная, свежая, если что хочешь. Какая тюлька как была, вы же знаете. Один в один, да? Блин, я соскучился. Давай найдем еще молодой картошки. А дайте нам, пожалуйста. А какой вы любите, больше или меньше? Больше, меньше, я не знаю. Кать, ты что, я уже настолько давно ее не ел, что я же забыл, какую люблю. Я ее просто люблю. Да ты что? Марат, на тебе филеечку, держи. И усыню даль, понад горами лється пісня ця. Ти моя любов, боже мой. Вот эту давайте. Прямо с тазиком заворачивайте. Ты что? Килограммчик возьмем. Не, подсаливать не надо. Все, дякую. Что, ты тоже хочешь? Ты? Сейчас мы тебе лепешечку. Рыбная душа. Да. Это вот сюда, мам. Все, ура. Благодаря вашей тюльке в душе всегда весна, елки-балки. Правильно? Картошки взял, укропа добавил. Все. Что надо для счастья? Что деликатесы? Не надо, не любите? Не, не надо, нормально. А вот она вот такого вкуса, то что надо. Она прямо с ящичком. Ага. Шикардос. Катюня, давай деньги. А хоть что почем? Понял. Катюня, давай 100 гривен. Все. 100 гривен. Я передам. Это же гроши. Все. Все. А я уже не передам. Я кину на расплод, хорошо? Да, конечно. У меня, может, здесь банк. Все, вам хорошего дня, будьте на здоровеньке. До свидания. Ты все? Надежда, здрасте. Тюлька не надо, недорого. Могу, да, невеста. Могу поделиться. Привет. Невеста надо, у меня есть жених. Так, а где он? Надо с собой на привоз собрать. В третьем классе. Как это? Уже четвертый не пригодится, сразу с невестой поедет куда-нибудь. Все, как жизнь молодая, все нормально? Ничего, цветы Богу. Подарили или продаете? Купили. Правильно. И что, почем эта роза? 45. Ёлки-палки. Бабушка носила. Что-то малосольник. Ага, а там гранат продают, кстати, да? Да, гранат не надо, есть где гранат посадить? Я знаю, не маде? Это вы домой. Везде. А, свадь везде. Сколько? Красавица. Кто? Надежда? Все. Все. Спасибо огромное. Взаимно.
покупаем. Ё-моё, ты что, и где ты так рыбалишь? Там кеды, ты рыба. Блин, смотри, кефаль одна в одну. У тебя есть такая? Прям с Приморского? Марат, ты это ел? Ты вот такого размера ел? Амур? Нет. Эй, кефаль. Кефаль глазастая. Лобанчик называется. Вкусное, без костей. Помнишь белое мясо такое? Обалденное. А амур похож на это? Ёма. Ты помнишь в Турции, когда я таких ловил? А у амура то другое. Все, аба, аба, аба. Саша говорит, идем. Бог помощи. Я сейчас вернусь. Да ты даешь, елки-палки. Я смотрю, ты там с кем-то разговариваешь, там рецептами этими торгуешь. Кого, вот такую? Да я люблю ее просто там жарить, запекать ее как угодно. И на мангале тоже люблю. И так как угодно люблю. А что почем? Правильно. А это почем? Да ты что, свежок? Ты хочешь что-нибудь? Саша угощает. И мангал дает, короче. Она набрала тюльки. А помнишь, времена были, да? Когда она за любую... Он мне за тоже говорит, чешу что... не кидалась. Нет, нет, подожди. А Дунаечку? Ну, Дунаечка. Дунаечку я в этом году ее накормил. Я сейчас с ней поговорю, мы вернемся. Катя, а, подумай, елки-палки. Ты что, такого больше внимания где? Где ты в Одессе в этом году ела? Ня-ня-ня-ня. Миланя там что-то воскрешает. Ты что, больше карась? Брат, тоже по 80, да? 90. А, 90, ты понял? Ну. Смотри, обалдеть, агрегат. И что, у тебя прямо много его? Ну, я пойду чистить сока. Давай. Мне чистить не надо, подожди. Да? Ты идешь сока пить? А я без нас? Я бутылку и стакан. Слышь, а ну сейчас я наберу Васю. Катя, сделай паузу. Я сейчас наберу Васю, узнаю. Если нет, то можешь мы сразу звоним, правильно? Да. И что? Чего ты расстроилась? Дай же что-нибудь. Не, она бабки, бабки, бабки. А оператор, бабки. Подожди, сейчас я куплю лепешечку. Давай. Идем, я там за судака договорился. Она судак? Судак надо, да. Чего ты? Идем, я тебе рыбу покажу, моя принцесса папина. Идем, судака, судака возьмем. Так, еще раз здрасте. Пипец, какой сазан. Хочется, конечно, нужен судак. И щучка вижу. Все, наша уже опять. Наш. Ты шо? Сазанчик толковый. ЁБВГД. Сколько? Вот это сколько зависит? Кило полтора? Да, где-то там. Возьми палочку. Давай мне четыре вот такие. Раз, два, три. И вот этого четыре. У нас же судака едят чуть-чуть меньше, чем карася. Все, и чухануть его. Да, почем судак сегодня? 250. О, видишь, я один в 10 такой парень нормальный, который почем? Берет, а потом спрашивает, почем? 350. Ох, ничего себе. Да ладно, я договорю за 250. Да? Ну ты что, это ж тебе скидку делают. Как это? Попробуй, тебе не сделай. Так ты говоришь моему ресторану. Да? Сейчас. Хорошо. Все, а мы будем идти обратно, мы его заберем, да? Или давай я сразу рассчитаюсь. Чистить надо? Чистить надо, да. Все. Так надо рассчитаться, наверное? Да не обязательно. Ну, надо, только не сейчас. Здрасте. Пошли. Там вот встань, налей нам сачку. Пошли. Ох, вы меня загоняли здесь на этом квадратном метре. Слышишь, что есть? Лоток, мне все время хочется перевернуть и в наперстке, понял ты это? А что ты, на привозе в свое время было актуально? И на автовокзале? Сок, гранатовый сок. Подходи, покупай. Соком в рот себе пихай. Спасибо, Маратик. Сейчас. Спасибо. И усынь удаль, понад горами летя песняця, ты моя любовь, люби. Хотел чокнуться. Ладно, ребята, ваше здоровье. Вкусненько тебе, Миланя. Боже мой. Слушай, а если... А то грузинскую лепешку ест, а сейчас видишь, хорошо. Грузинская пошла. А если в бутылку подмешать немножечко сока, это не полезно детям? Я не знаю, как для маленьких детей. Можно, наверное. Или еще пока рано? Что, мать молчит? А? А? Вкусно очень, кисло и сладко, не могу понять вообще, как это. Это гранатовый сок, ну не чмякай, делай вид, что тебе... А что вдруг мне не чмякать? Приятно, а что ты чмякаешь? Ну, тебя же люди чмякаю? Смотрят. Катюня, идем, Мара знает.
Помидоры надо вкусные. Ты слышишь? Ты слышишь аромат этот? О, слышу. Невозможно пройти спокойно. Скоро голубчики будем лепить, да? А ты что? Эй, долма называется. Крыжалки. Да все будем лепить. И Горбатого тоже. Что, Марат, где? Здесь? Да. Идем в поисках. Аккуратно. Оп, тихо. В поисках вкуснячих помидор. Так, масло жареное. Где это? У меня аж слюни. Я понял. Здрасте. Помидорки, помидорки. Так, право-лево. Вот что-то здесь можно поковырять, слышишь? Пойдем еще пройдем, посмотрим. Сейчас пусть Марат глянет. Вот да? Такое, поняла? Поняла, разнообразные, страшные на вид помидоры, но очень вкусные. Чем страшнее, внутри. Тем вкуснее. Ага. Что, тебе не видно? О, здрасте, а что вы ходите? Уже все? Нет, не все. Тоже ходите, не снимаете? Нет, не снимаем. А вот она, нет. Пора бы уже начинать. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Край, невидный край. Сереж. Серега. А вот эти желтенькие идут. Ты мой, я земля. Что, Катюнь, ты говоришь? А вот там желтенькие. А вот где большие? Нет. Сейчас Марат там кружочек сделает и будем выбирать. А где лепешка остальная? Она, кажется, доела. Ты что, ее так вкусно было, что обалдеть? Куда? Как доела? А сколько было? Ну как всю? Нет, не всю. Кусочек от того... А? На еще. Марат же сказал, что узбекская. Знаешь, какая она вкусная? Да. Мама твоя отжала. Ам-ам-ам-ам. Да? Держи, ам-ам. Хотите лепешки кусочек? Я ему курицу дала, он их курицу ложкой. Кушать, я придете батюшка жила. Ага. Все, Катюня? Да, да. Видишь, всегда в Одессе найдется ребенок, да? Который будет кушать. Эй, ты ням-ням-ням. Скажи бабушке привет. Да все нормально, елки-палки, все свои. Да. Где там Марат потерялся? Эй, что, есть там что-нибудь? Нет. Давай здесь шукать. Я вот там а я вот там видела желтые такие, желтые тоже сладкие. Там есть желтые, но такие не крупные. А зачем нам крупные? 25. Миланечка, а ну-ка сиди, любовь моя припаркованная, аккуратненько сейчас мы... Давай, ходу пароходу сделаем, да, вот так вот. Здрасте. А что, ваши помидоры? Я не знаю. О, дайте тогда кулечек, пожалуйста. Будьте так любезны. А что вы тут ее... А, я думал, она в воде. Квасоль, я думал, в воде. Скажи, вообще-то я девочка. Девочка? Да. Помидоры даже пробовать не буду, обалденные вкусные. Ёлки-палки. Так, поехали. А чего бы нет? Распродажа. Ого, как помидор размер. Присутствовала. Оператор? Все нормально, давайте. Вываливайте ваши помидоры, а я их буду трогать. Не, пока не хочу, спасибо. Вот это вот сюда. Хорошо. Это вот сюда. Все. Не, мне надо страшненькие, чтобы вы понимали. Страшненькие, желтенькие, разные. Вот. Буду манджу делать завтра.
Ты моя любовь. О, нема таких вот. А дайте мне 2 килограммчика желтых. Все, я понял. А это немножко, я ее просто не довезу, понимаете? Ее если бы сразу сейчас в рот кидать, другое дело. Так, вот это вот есть. Еще одну. Я знаю, знаю, с чаем надо, у меня завтра другой рецепт, так. Что, это масло жареное, не? Аня, посмотришь себя в Ютубе, сейчас скажешь, как нас зовут. Да. Покупаю помидоры, так и назову, елки-палки, да. Что, сколько грошей? Даю, у меня есть. Так давайте я докину, чтобы вам без дачи было, правильно? Все. Сладкие? Не, я помидор кидану такой. Небольшой, это тресканный, вот это нормально будет. Все. Спасибо, дуже дякую. Так, что, потихонечку берем, несем? Спасибо. И ты взяла здесь? Это мне. Все. Ого, какие синие, нам такие надо. А, нет, вот это агрегат. Да, свежий ребенок на привозе. Помидорку на 100 грамм будет 2 килограммчика. Так, даю сдачу. Катя, я в шоке, я таких сегодня не видел, ё-моё. Да, ну. Вот бы тебе такие. Мне? Да. Возьмите куда? Сдачку. Куда? Груди, ёлки-палки, куда? А я думала, тебя мои устраивают. А? Банан. Нет, то, что ты взял, то другое. Вот бы тебе такое, а? Дурында. А что? Не, просто красивые. Ну, конечно. Не, если бы нам надо было пару штук, другое дело. Ой, подожди, что это, чача или жареное масло? А детский лепован? Так, Миланька. Ты моя любовь. Сегодня никак не разойдемся. Не разойдемся, да. Вас встречай на горе. Все, а тут же замкнутый круг, елки-палки. Что ипподром? Там масло мы сейчас где-нибудь найдем. Где? Вот эти помидоры. Не, нам еще надо, нам надо. Тебе нужны помидоры? Мы будем много делать, елки-палки. Ты что, мы завтра манчи сделаем на пол Одессы? Помидоры тебе еще нужны? А чего же не нужны? Нужны. Убирайте помидоры. Здравствуйте, а ну-ка сейчас. Марат, да. И стой. Я по 30. Да, даже те, чтобы 50? Вот так. А, то другая, да? Да. Так, ну и примадонна тоже же нормальная. Конечно. Хотя мне надо вот такая. Давайте вот эту еще буду выбирать. Да, все. А вон и масло, по-моему, тут. Масло жареное? Масло жареное в маленьких. В маленьких? А ну дайте потрогать. Очень хорошо, пахучая. Тики заменено. Ёшкин ты кот. Она хорошая, это жареная, она не может быть эколейна. Я знаю, я на этом масле вырос, давайте 2 бутылочки, потому что я его пробую, чтобы горькое не горькое, оно не горькое, то что надо. Все, вам пакетик по 2 бутылочки, хорошо закрытые, а я пока в грибу помидор тут. Да, всего 2, что было. Пробочка нормальная, там не разольется. Персики почем? Почем помидоры? Так, я оранжевое вот это накидаю. Что там? А жареное у вас есть семечко? Да. Сколько? Да? Ну вот я возьму столько и хватит, остальные там доберу. Литр так. 40? Нет, пипели. А, пол-литра 40? Пол-литра 40, да. А что? Что, нормально? Дать один помидор? Да. Даю, вот это хороший. Ой-ой-ой. И что там? Еще один? Сколько с маслом? 180. Правильно. Так, это вам. Это нам. Все, дякую огромное. Пошли. Где кто где? Опера. О, ты шо? Подожди, Марат, ты сразу скажи, где красиво. Это я хожу везде понемножку, а нам надо один раз и много. А тут, смотри, какие интересные. А? 45. Пытайте. А что пытать? Дайте нам эти желтые помидоры, пожалуйста. Желтые? Да. Прямо все вот эти. А больше нема. Так я же понимаю, что такого много не бывает. Да. Ты посмотри.
Помидоры смотри. Как ее от счастья покрутило, елки-палки, прямо бантик. Да. Помидоры а ну, с бархата. Кидай, ага. Так, ну мне уже, кажется, уже нечем. А давай денег. И там красиво, и здесь красиво. 87 будет 85. О, дуже дякую. Катюня, давай 85. Гривен. Нормально? Ты себе руку там не передавил? Вы сегодня под акцию попали. Серьезно? Да, мы сдачи не даем. А, я понял, валим отсюда. Не, нам треба, у нас же дети. Нет, все копейками не надо давать, а то точно сейчас под акцию попаду. Ну, сейчас я принесу. Давай, все, я жду. Это домашняя. А дайте кулечек, пожалуйста, я у вас тут помидор возьму. Чуть-чуть. А? А, кулечков нет? А, вам, давайте я вам открою. Возьмите, держите. Марат, ну вам не отломить, да? А, дайте ёшкин ты кот. Хорошо. Я просто не видел, что ты ухаживаешь. Так, это сюда. Это вот сюда. Да. Красивая. Особенно на солнце-то. Бесподобные. Так, все, ну хорош, а то столько манджи приготовлю. Все скупить? Все на манджу, все на манджу. Ох, завтра намечается. Ты что? Мы же в этом году еще не делали. Нет. Я же люблю по традиции вот такой тазик сделать. Что? Попробуйте. Черри? Нет, это просто ворота, попробуйте. На 104 гривны? Да. Давай я дам 100 и помидору назначу. Такое смешное, а к чему проводи на майку? Сейчас, я уже верю, даже пробовать не буду. Сладко? Я ж пробовываю. Это весь вкус помидор, что может быть, почем? Спасибо. Подайте 2 килограммчика. 30 я возьму. А что ж ты сразу не показал? Ёлки. Почем персики? 2 кило. И что, хорошие персики? Волосатые и твердые, упругие, нормальные. Значит, не больные. Это Буратино. Это я не на манчу беру. Тебе на манчу тоже взять? Я думаю, что на манчу нам хватит, да? Мы и так понабирали хороших, лучших помидор. Это будет не манджа, а сказка. Дай-ка я, Маратик, тоже сюда что-то повешу. Тут у нас еще и тюлька, елки-палки. Мне кажется, что нам уже где-то найти. Надо еще прилавок и там перекусить. Так, и еще дайте мне такой же пакетик. Лепешка есть. Помидоры есть, лепешка есть, тюлька есть, все. Собирается, да? Давайте, да, я все вам дам. Это что, почем кизил такой крупный? 15 гривен, слива. Ёлки-палки. Ага. Да я не буду даже пробовать, у тебя все вкусное. А, подожди, не забудь мне напомнить, он написано вас. Вас. Утром Александр Васильевич звонит, Серега, как это, в Карпатах, чайки донесли, что ты собираешься на привоз. Угу. Зайди до Сереги и напомни ему, что он ему должен какие-то там скинуть фотографии, ножей, короче, все вот такое, понял? Угу. Топоры и все, что связано с этим. Я видел, Катя, а успокойся. А, ну не знаю, как все, достаточно. Все, оставьте людям, это же не поверят. Придут, скажут, дайте, там Дилипован брал. Отлично. А эти? Там 60. Все, 160, даю вам. Масленников. Так Масленников, а вы не масленников. А я путаю, получается. Все, мирно, это родные Липовани, ты что? Да. Да, а жила, получается, на Советской, в конце, ближе к ферме. Все, маме расскажу. Все, да. А дядька Ваня жил прямо напротив церкви возле автостанции, да? Все, сейчас расскажу. Дядя Вася там еще там остался живой, это в Мирном, это мы родственники. Так что маме огромный... Все, да все. Привет, елки-палки. Привет, да? Все. Да будьте на здоровеньки. Липа Ваня, забегайте в любое время. Ты что? Катенька. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Что-то мы помидор понабирали, нам что, больше ничего бутылку? Не надо? Да. Все, она сейчас и крышку выбросит, она уже поняла, что ты за ней ухаживаешь, что ты готов поднимать и днем, и ночью, и будет. Вот ты женщина растет, понял? Как только поняла, что ты за ней ухаживаешь, так начинает активно. А что ж не можем? Можно, да, конечно, можно, нужно. Здрасте. Мама всегда. Маме огромный привет, давай. Я с помидорами. Марат, иди к нам, давай. Мы с помидорами. Сейчас в автобусе. Все для мамы, правильно? Да. Все,
Все, спасибо. Все, ребята, все. Шикардос, давай, будь здоровчик. Аккуратно. Поехали, разъехались. Идем где-то. Я ее сегодня путаю, елки-палки. Что-что? Я тебя сегодня с людьми путаю. Поворачиваю голову. Как так? Привык на киевском рынке, понял? Там все вот так вот, по прямой. А тут, мама дорогая, сколько всего. Вот головой крутнешь, а ее нету. Главное, чтобы ты нас из вида не теряла. Идем к Сереге, поздороваемся, передадим пожелания Васильича. Да и что, будем ехать? Или как карта ляжет? А, я что хотел сказать? Я же хотел зайти, взять кусочек у той колбаски. Поворачивай здесь, давай срежем дорогу. А там проход. А, есть. Не-не, все будет нормально, да. А я хочу. Вот так колбаска цельная, нерубленная, с гранатовым соком. Она меня победила, я до сих пор о ней думаю, хотя уже прошло сколько? Месяц? Какой очень месяц? Вкусно. Больше. Больше? Больше думаю, пошло. Думаю, что больше. Ну, память, видишь, как у меня как на колбаску хорошая? Здесь прямо. Слушай, ты что, тут какой-то Монако, елки-палки, ты понимаешь? Балдеж какой. Хочется ходить. Ну, я же за это и говорю. Девочка маленькая. А здесь налево. Там, как обычно, его, наверное, нет, да? Сейчас посмотрим. Наверное, нет. Здравствуйте. Что-то рестерки появились. Приятного аппетита. Где ваш главнокомандующий опять? На другой... А, на той точке, значит, есть, да? Отлично. Тут торговля идет. Короче, идем. Блин, ты посмотри, какие он топоры делает. Обалдеть. Куда Катя смотреть? Да никуда, туда, вниз. Ага. Идем на ту точку быстренько. Тихо, мы тебя не отвлекаем, мы идем за Серегой. Погнали, да? Сходим, его найдем. Миланюшка, не расстраивайся, моя хорошая. Здрасте, почем одна слива? Боже, не, а одна почем? Я понял, договоримся, хочу ребенку дать. На. Ждали, пока у тебя сливы будут по 15. И пришли, да. О, смотри. Идите фотографировать нас. Иди сюда, занимай очередь, здрасте, здрасте. Кто крайний? Ох, и виноград. Оператор. Смотри, я понял, что она плакала. Она увидела эту гору слив, а никто не угощал. А косточка что там? Ну там такая здоровая, что не переживай. Что, возьмем, Кать? Возьми, конечно. По 15, давай, тем более бабки есть. Ой, Катюша, привет, привет, где вы пропадали? Ты помаши хоть людям, я думаю, что... Катя, мы что... покупаться, что пришли уже слива, грушка, яблоки, все есть уже. Все есть. И все почти бесплатно. Слышь, мы здесь так красиво рассказываем, что... Да. Может даже... Да, тут все нормальные сюда ходят, да? Ты что? Обалдеть. Эй, Марат, а у меня... А что отпускать? Какого? Любого? Отпускайте. А, с ребенком? Беременного? Давайте. Два килограмма бомбини глядя. Что, Марат? Там люди... В первую очередь. Пятикомнатные, ой, ой, пятикомнатные, пятидетные, да. Даю. Так, это сюда. Да ты сама неплохо передаешь, себя не переговоришь, елки-палки. Просто тупо приходите. Спасибо огромное за сливы. Пока-пока. Взаимно. Серега там, наверное, думает за углом. Здрасте, привет. Что ты стоишь, скучаешь? А, все нормально. Красавчик. Шикардос. А, о, ё-моё. Катюня, я вижу. Так он не простой электрический, ты видишь? Как электрический? Ну как, вон тен. А что ты думала, на дровах? Что, нет куда повесить помидоры? Мне как-то не очень. Катя, меня уже... Одолели помидоры. Марат, что делать? Мы сегодня чисто, делать одни чисто по помидорам везде дали, давай. Так, поди, сейчас я торговать начну. Так, главное нельзя не перепутать, это слышишь? Отборные, да. Вы всей командой серы? Да, да, сегодня да, и попали как раз, и ты есть, так что
Все будет нормально. Марат, аккуратно. Чего ты? Здорово, дядька такой большой выскочил. Родненький, салют. Привет. Ты что, 100 лет в обед? Так, а где сливы? Надо ее дальше кормить сливами. Очень понравилось. Или ты уронила, или съела? Ох и вкуснятина. А мы пришли туда. Да. А Юля говорит, да, что все нормальные на этой точке. Держи. Ты хорошо помыл? Кать, ты хорошо постирала тельняшку? Вот если хорошо, так я и хорошо помыл. Что, протер и все. Что, как дела у тебя, обалдеть? Ты эту точку забыть не можешь, потому что она именно оригинальная. Отсюда все начиналось, да? Здорово, ничего вы тут, соседи, обалдеть. Ты что, проветривается? Я в шоке. У Сереги ни фантазия не заканчивается, ни ассортимент. Все, что хочешь и не хочешь. А это что, смотри, по-любому что-то полезное, ты видишь? Кидать, наверное. Это... Это что-то с индейцем а ну связанное. А ну покешь. Хорошо. Что это? А где залипован? Обалдеть, ты что? Я тебе говорю, красава, блестят, молочан. И без ошибок, главное. Не, хорошие такие работяги себе, да? Ага. Серега, благодарочка, прямая. Сейчас. Так что у нас вот видишь, как... Афганка... А сколько афганский казан стоит? 5 литров. Ну, есть больше объема. Хороший афган. Что, вижу, у тебя терки появились, да, опять эти вот? Ну, это сейчас, да, сейчас обновляем. Ну, там есть. Понятно. Новый, короче, потому, есть да, все, что хочешь. Да, посвежее, потому что... Сейчас время стругать, копать, рубать и все, что с этим связано. Ого, ты кидательник понаделал. Кидательник. Ага. Так, тихо. И вот вариантики. Ты ж мне вот такой вот дал, лежит, я так, так какой, хочу. Какой, этот или этот? Кому? Оставят это людям, приезжают и хотят что-нибудь? Мы полчаса, кстати, мы сейчас в течение полчаса делаем любую гравировку на ноже. Люди так приезжают к нам, гости, подписчики, говорят, Серега, вот, сделай что-нибудь, чтобы мы с собой увезли, елки-палки. Ну, вот, ребята, слышишь, какой пароль? Липован. Нож с привоза, вот понял? Тоже, кстати, одесский липован. Класс! Прямо, я, слышишь, я прям аж горжусь. Не, я говорю, ребята, подписчики, те, кто будут у нас в ресторане. Правильно? Нож с привоза, говорите, и вот этот шедевр я вам подарю. Держи. Все, вот это туда, это я вот кину, людей угощу. Это я что хотел сказать, что приезжают и говорят, сделай нам что-нибудь, какой-то мерч, чтобы с собой было увезти. Но мне же некогда. Ребята, вот ему есть, когда вот к нему приезжаете, вот у него и увозите. Обалдеть! Блестящий липован. Нема колбаски сейчас? Нема. Карасика покарбовать, что-нибудь, я не знаю, там, их ты. А, капуста. А, это вот этими терками? Серега. Ты что, вот это? А, это вообще, это такая вот, только пальцы. Только смотри, в две стороны. Марат. Да, это серьезно. Ты понял? Вот это да. Еще лучше и быстрее, чем даже вот там. Вот они. Не стоят на месте. Кто это? Турки, китайцы, румынцы? Кто это делает? Вообще идет венгерский нож, но пластик западной Украины. Правильно. Вот это в огонь. То есть это вот... Если бы не наш пластик, что бы они делали со своими ножами, да, правильно? Да, однозначно. Супер. Вот этот нож, который идет, вот это элитарность. Ой, будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы. А ты чихнула? Да. Да будь здорова, извините. А что? Это вот идет такой же нож. Сколько вот, этой... сколько вот это стоит? Не знаю, сколько стоит терка? Серега, сколько эта терка стоит? 200 гривен. Ты что? Та агрегат. Но это только... от меня, от него дороже. Да, я буду дороже перепродавать. Или бесплатно раздавать, тут как карта ляжет. Потому что у вас четко. Второе. Да, а? Да. Понятно. Потому что я человек. Потому что я человек хороший. Что еще у тебя тут есть? Это... Ну, да, это ходовой вот этот вот нож. Который был, как всегда, да, с которого всего начиналось. Он универсальный, да. А это уже доработали, сделали большой. Сливка 350. У тебя, сливка. Сам по себе нож хороший, а вот эта штука к нему вообще огонь. Вот так вот делаете. А, курсе, да. А вы знаете, да? Целые, да, все, вставляешь и погнал себе тут чесночочек здесь что-то. А что ты с этим делал, ты помнишь? Да. Это чистый художник, да, именно, елки-палки. Вышивай не хочу. Ну, делать красиво, там, помидорку разрезать, что-нибудь еще. Топоры у тебя, что это, меч? Это поварской нож такой походный. А, прям, слышишь, Марат, ты понял? А крокодил Данди не знал, что он повар, походу? Есть, только мы не знаем, подойдет ли он сюда. А, подставка отдельно. Ты моя любовь, ты ритм, матенька моя. Подойдет, потому что...
И ты себе хочешь нож? Ты подожди, ты еще маленькая. Ну, именно при помощи подставки... Ох, Серега, сколько у тебя их. Ай, я в шоке. Нема ножа тупого дать ей поиграться? А? Кать? Ну, что, все, волосатый? Волосатый, да? Да. И что, тебе нравится? Ну как, ну приятный, приятный такой. Нож для декорации. Поняла? Угу. Молодец. Ёлки-палки, посмотри. А? Настоящий охотник. Ходжа. Да, последние вот эти вот. Тут видишь, два таких. Угу. С медведями. Это вот держи, не путай. С медведями. Слушай, такие можно и на стенку повесить, даже не знаю. Главное, чтобы в ногу не воткнуть. А? Красиво? Красота. Да. Не, просто когда такие ножи в руки берешь... Просыпается инстинкт, то да? То по-любому что-то хочется а куда-то... Что это такое? Сера, это куда? Турецкое йо-йо, вот это вот запускать. Да ты посмотришь, а, и, я да, понял. Ты понял, вот так накручиваешь, а потом раз отпускать. Поняла, как да, они его кидают? Надо потренироваться, здесь надо чуть-чуть правильно подвижаться. Что? Да. Вот, кстати, ты помнишь, в Турции... Учился. У тебя не получилось? Нет. У меня с первого раза тоже не получилось. Мы в Турции делали, ты накручиваешь эту штуку, потом вот так вот кидаешь ее, и она крутится. Волчок я такой. Не помню. Ага. Миланька, на, подержи. Она в рот сейчас возьмет. А, спасибо. Да. Ты что? О, все, бросаем снимать, поехали играться. Тебе творог не нужен? Кстати, нож мы сделали, он до сих пор лежит. Хорошо. А мы можем пойти с ним с тобой? Да? Идем сразу? Так оставь здесь эти помидоры. А кто их будет охранять? Это же не ножи. А, о, прищель. Аккуратно у тебя. Холодное оружие. Ага. Теплое, холодное, здоровое, толстое оружие. Что, передать? Или ты ищешь размер? Тихо. Самурай. Скажите, пожалуйста, за поездку. Да, поездку сперва. Это в виде как такое было. Блин. Да, вот вчера было бы актуально, да? Ё-моё. Встречать японцев с таким. Ой, маска! Не пугай, дорогой. Ашибори! Можно с вами сюда? Сайонара! Я не могу остановить, заведите мне этот меч. Камасутра! Блин, давай. О, я с мечом, правильно? Что, закрыл? Так, открывайте. Давай. Нормально. Давай, ничего. Мари. Никогда не думал, что встречу. А что, меня можно на привозе только, да, только да, здесь? Сюда. Не местные совсем. Смотрели вас в этом самом? Да. Спасибо смотрю. Огромное. Спасибочки от души. Смотрите. Молодец. Смотрите с удовольствием. Серега, это шедевр. Что, почем такой? Ну, это пятерочка. А, всего лишь? Ой-ой-ой. И входит, и выходит. Слышишь? А? Катюня. Все, да. Побежали. Это... Тебе, это Катюня. Это Катя. Это, да, это Катя. Серега, спасибо огромное. Ты неспокойный, а подожди, а ты неспокойный человек, да. Катя, оказывается, ты у меня готовишь. Да? Серега подарил ножи, да. Ну, это для начинающих, а это уже для профессионалов. Да. Вот такой есть, и Марат его не может мне вернуть, понимаешь? Да. Стоит ими, работает. Не, вот то, что побольше. А, я что хотел сказать, Александр Васильевич тебе с ЕРМ что звонил? Звонил. Я вот сейчас немножко это самое и... Васильевич? Я вам передал слово в слово. Я просто только что с ним разговаривал. Он, пожалуйста, напомни спасибо, Сереге. Я понимаю, что у него работы много. Да, чтоб он там скинул. Что ты ему скинул? Скинь мне, я ему скину. Фотки он хотел поварской нож. Кстати, вот из этой серии может быть какой-то и он хотел особенный какой-то. Васильевич, какой-то... такое нормально? Скажите, как это? Гляните, дадите знать, так я быстрее оформлю, правильно? Да. Договоримся. Все, погнали. Порядок? Все. Спасибо. Давай, дружок, будь здоров. Марат, сейчас, ты что, полный рюкзак творога набрал? Сухой. Такой. Светка, это бринза называется. Да ничего, он обычный нагряз. Сухой. Васька, не торопись. О, Серега уже сюда приехал. Слышь, и что, афганские казанчики? Песня? Песня, хорошая, да, вещь. Да, да. Марат, вот, Серега. Все, он работает, обалденько. Открывается, закрывается. Ай-яй-яй. Это самое. Катюня? Не подведет. Все. Вот это доработал, благодарю. Вот. Слышь, а два можно в кармане носить?
катану нашу большую. Я уже только что этой катаной игрался. Еще больше? Серега, куда же еще больше? Стой, 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 стой. Вот, это еще и тяжелая. Серега, она тяжелее той? Это тяжелее, да, там такая. Ага. Марат, не хочешь потрогать ребенка? Серега, можно сфотографироваться? А что же не можем? Можно, конечно. Давай. Олег. Порядок? А ну, мы практически специально и приехали сюда. За 1000 километров. Так ты шо, ёшкин кот, чтобы вы были здоровы. Подписчики ваши. Давай, красавела. За вашей кухней следим, все. Так вы можете и попробовать, здесь недалеко в Одессе находится. Да? А ну-то я высуну. Обалдеть, какой толстый, Катя. Шо, бывает такой металл? Посмотри. Марат, ты видишь, какая толщина, да? Вот я таким карася еще не... Ха-джа-джа, ха-джа-джа, ха-джа-джа. Сразу хочется грозное лицо сделать. Понял? Я теперь понимаю этих японцев-самураев, которые держат вот такие агрегаты. И у них ай-яй-яй. Сейчас надаю по жопе тебе. Сейчас я что-то отрежу. Держи. Хорошая, приятная вещь, да? Да, прям для меня. В коллекцию. Наша? Вообще, да? Я тебе когда будет 75 пригодится, елки-палки потом тут. Кстати, да, мне по привозу бегать, да. Не, я в 75 буду летать без палок. И на шпагате. Да. Как я. Вот, все. Вот. Правильно. А вы думаете? Да не говори никому, елки-палки. Ну, если честно, я не хочу отсюда уходить. Кстати, новые вот модельки лосиный рог. Вот, лосиный? Да, именно лося. Он лопатой идет, поэтому ему приходится там выбирать более ровные. Ах, вот ты какой северный лось, я теперь понял. А у оленя они более такие вот. Видишь, они у оленя они. Я понял. Круглые, а такие поэтому, широкие. Да, поэтому вот накладки можно опускать. Серега, я все понимаю. А где ты берешь этих лосей и оленей? Ну, еще запасы, тут запасы, это запасы. Ага, да. Не, я думаю, что по привозу нет-нет добегаю, да? Ну, смотри, какая вещь. Васильич, может такое? А? Тут тебе и медведь, тут тебе и... Что хочешь, можно приделать. Серега, куда это дело убрать? Ты что? Да. Агрегат. Что, мы тебя не отвлекаем, иди работай. Да. О, ты что? А это что? Баран? Это, кстати, сатыр-батыр. Вот этот вот. Сатыр-батыр? Сатыр, нож. Я раскачку. Понял. Ага. Мы поставили сюда рог кука. Ты что? Вот и фантазия, ты видишь? Осторожно, это видишь? Сатыр, а это батыр. Да я нормальный парень, елки-палки, я тут скажу. Сатыр-батыр, сатыр-батыр, сатыр-батыр. Что-то упало. Продастся. Катя, идем, отсюда невозможно уйти. Серега, отпусти нас. Все, вы торгуете, а мы валим. Правильно? Тихо, не сядь, не сядь на нож. Серега, давай. Ты же... Спасибо за все. Где... Все, я иду 2 секунды. А где у тебя для чаевых здесь лежит? Еще раз. Для чаевых. Это, положи... Это просто, что было, понял? А то Марат скажет, ты что, нож подарил, а денег не дал. Здрасте. Обожаем здоровье, дядя Сергей. И вы. Фотографии не болейте. Можно? Конечно. Марат, Димончик, ты... давай. Димончик, иди сюда. Марат, все. Ты Сашенька, шо? Иди сюда. Все вместе. О, иди сюда, иди на ручки иди ко мне. Сюда. Давай, иди, мой родненький. Опа, чай, вот так вот. Здесь уже все. Все. Порядок? Да. О, спасибо. Ты что, ребята, вам крепкого здоровья. Хорошо. Давайте, взаимно. Все, пока, потопали. И мы потопали. Ты что, помидор ножей набрали, нам что-то надо, девочки, до свидания. До свидания. Осталось чебурек съесть, и все, и счастье случилось. До свидания, Сереж. Пока-пока, девочкам привет огромный. Что нам надо? Так мы будем тут брать колбаску или уже не будем? А? Да не будем уже, нам рыбу надо забрать и ехать, Сережа. А, да, мы же манчу собрались готовить без колбаски. Так ты еще ни синие, ни перцы слушай, не купил. Слушай, под это дело. Одни помидор набрал. Так, главное, что мы узнали, где и цену, все. Не, помидор мы набрали, я думаю, что очень много. Не забудьте с рюкзака мне забрать. А, и у тебя еще там? Ты только не сядь на него, смотри, аккуратно. И, усыню, да. Свежие домашние торты и рулеты. Очень красиво, очень красиво. Не-не, а я хотел чебурек, ну ничего. Я последний раз чебурек здесь на вокзале с бабушкой пробовал. А чего нет? Идем прямо. Прямо, потом налево. Мой? А чей же?
Моя! Ну, конечно. Ты моя любовь. Я бы, он может лучок красненький. Здравствуйте. Здрасте. А хочу вот тут лук красивый у вас взять. Договорились. Так килограмма, ну, два, наверное, по-любому надо. Да, 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 да. Кого? Вот тот лук замечательный. Это не Египет. Не-не-не, я был бы Египет, я бы не подошел. Не надо. Оригинальный, вкусный, замечательный. Да, я просто вас знаю, что вы плохим не торгуете. А все остальное? А, я понял. А тот уже мутный без жизни, да? Мутный, который, он мутноватенький, а наш глянцевый, настоящий. Ага. Потому что его не было, и появился. И появился. 100, 120. Хорошо. Оп, давайте я беру, а она вам деньги. Я ж тебе уже дала сдачу. Катя, я же на них гуляю, что ты думаешь? Я выращивать буду, возьмите, пожалуйста. Оп, огромное спасибо и вам, да, до свиданечка. Ну уже нет. Помидоры. Уже. А где наш ребенок? Поменяли на помидоры ребенка. До свидания. До свидания. Так, погнали. Так, вроде бы все из намеченного, что надо, взяли. Как все, если ты вы не взяли ни перцы, ни синие? Кать, ну это мы возьмем возле машины там на опте. Что ты как этот? Из того, что нам надо было, мы взяли? Рыбу забирай. А где Марат? А кто же его знает? А, вон он. Марат, стой там, мы уже идем. Оп, аккуратненько, позвольте. Здрасте, еще раз привет. Ты что, тачка не твоя, не? О. Красавчик ты мой хороший. Я понял, что ты парень непростой. Спасибо. И моя любовь. Все, думали, тебя уже не догоним. Ты моя любовь. Все, ура, сколько денег? Даем. Катюня? Да. Давай 1600. Что? 1600. Так. А что? А есть Lexus с прицепом? Что? Lexus с прицепом есть? Не знаю, навряд ли. Нет, каким прицепом? С фракопом? Ну да, что-нибудь такое. А Lexus автобусы бывают? Не знаю. Тогда тебе не надо и с прицепом. Все, затрамбовал. А! Хорошо, икает, так икает, возьмем водички. Здорово. Нормально, слава богу. Что ты чем торгуешь? Картошка. А что, есть синий перец есть? Идем к тебе. Хорошо. Марат, идем, там Витя есть. Витя вам цены расскажет. Все, так мы сейчас, нам надо ящик синих, ящик, ящик перца. Сейчас попьет маленькая, чтобы не икало, и догоняем. Эх ты! Катюня, есть рука лишняя, подержи, так меня, меня Витя ждет, давай бегом. Все, пошли. Боже мой, даже попить ребенку не дал. Нам на потом. Нормально, слава богу. Да, да, потихонечку, бегаем. Что-то... А я, у нас была пауза такая, два дня, вчера два видео дал подряд, так что сегодня еще одно, там будет все нормально. Тебе далеко идти? А, прямо здесь? А, так мы можем потом еще и подъехать. Канал Одесский Липован. Забрать. Канал Одесский Липован. Там очередь, а здесь нормально. Ну,
Ну, знаете, посмотрите. Что цены в чем? Ну, я же вам... Договоримся, да? Здрасте. А что, почем синяя? Как у всех? Эй, нормально, все в порядок. Хорошо. И надо ящик синеньких и ящик перца вот такого красивого. А перец почем? 32. Ты что, никому не говори, оператор, цены такие, ну, что ты кайфанешь. Ну, давай, я понял, лучше. Давай ящик такого, да. И ящик синих, все. И мы погнали, да? Опа. Чтоб ты понимала, вот это по 18, а вот он по 32, поняла? Ну, чисто по секрету, елки-палки. Шикардос, какой любой или это у вас витрина? Да, да. Миланька, слышишь, у тебя там фанаты есть, смотри, братик сзади стоит и рассматривает, на что ты снимаешь. На фильмоскоп. Я не могу понять, что это за телефон. Самсунг. А что это за штука сбоку? Ко мне? Ну да. Идем. Братик, а это микрофон, понял? Это передатчик, да. Давай, хорошего дня. Так, что я мог потерять? Ничего, все на базе. Все. Мам, а когда ты разыкалась? Слышь, я последний раз помню, она в животе у тебя икала. А? И вчера икала. А, еще и вчера было? Моя ты принцесса. Короче, друзьяки, все души, с хорошим настроением для вас сегодня так вот с Маратом ходили по привозу, Одесский Липован. Угу. Я ушел за машину, сейчас будем грузиться по полной программе. Вас ждем завтра на Манджу. По-любому вы такую не пробовали. Вот хвастаться не буду, но это лучшее в Одессе. Та ты шо, и тебя покормим. Всем пока-пока. Чао.